Приветствую вас, друзья. В этом видео поговорим с вами про изменения на карте границы империи на супертесте. Что еще нового мы увидим в патче 1.21. Но вначале покажу вам тех, кто выиграл золото под прошлым видео. Три победителя по 500 золота. Также был один человек, который гадость написал и получил вместо золота бан. При этом его сообщение даже не опубликовалось, оно было на рассмотрении, поэтому имейте в виду, когда вы пишете гадости, чаще всего они даже не появляются под видосами. Эти комментарии скрыты для всех, и только я их могу посмотреть и потом решить, что делать. Поэтому на самом деле гадости писать смысла нет никакого вообще. Это пустая трата времени. А под этим видео тоже можете писать комментарии. Чтобы участвовать в розыгрыше золота, нужно написать в конце комментария свой никнейм, а комментарий должен быть больше 5 слов. Под прошлым видео были комментарии без никнеймов, и были очень короткие сообщения на 1-2 слова. Таких победителей я пропускал, поскольку они не выполнили условия. Под этим видео тоже можете участвовать в розыгрыше, писать комментарии, подписываться, ставить лайки и не забывать в конце комментария никнейм, чтобы знать, куда отправлять золото. Итак, теперь поговорим про карту Граница Империи. У меня к этой карте есть вопросики. Если посмотреть на карту, которую у нас тут на скриншоте кто-то нарисовал, можно эту картинку увидеть в новости на различных новостных порталах мира танков. Так вот, если на эту картинку посмотреть, там где единичка нарисована в центре карты, там огромный дисбаланс. Верхняя команда очень плохо себя там чувствует, а вот нижняя команда легко выигрывает центр, поэтому там огромный дисбаланс. Верхняя база на центр подняться практически никогда не может. Для этого нужна невероятная координация в рандомных боях, чего невозможно достичь. Поэтому там жуткий дисбаланс. Мы видим, что будут там изменения огромные на центре, если эти тесты на супертесте дойдут до релиза, до основных серверов. И это хорошо. Там будет дополнительная такая выемка сбоку, что позволит с двух респов заезжать на центр и сражаться друг с другом, а не умирать из-за дисбаланса. И это правильно. Также там еще, там где троечка нарисована, там какую-то полочку нарисуют, но там огромных изменений не будет, там холмик какой-то добавили и все. Там где четверочка, там добавят две базы, которые будут легче сбиваться. Плохо это или хорошо, я не знаю, я в такую версию этой карты не играл. К чему приведет такое изменение расположения баз, я вообще не знаю. Может быть, после того, как потестируют, изменят еще раз расположение. В общем, посмотрим. Мне очень сильно нравятся изменения на центре, они правильные. Карта очень дисбалансная, играется нормально на центре только с одного респа. Что касаемо того места, которое обозначено на этой карте двойкой, это угол, где часто тяжи перестреливаются в начале боя. Там тоже есть дисбаланс, поскольку с верхней базы арта плохо простреливает за скалу, а с нижней базы арта намного легче простреливает за скалу, поэтому нижняя база лучше убивает вражеских тяжей. То есть в одном месте у нижней базы преимущество на центре, а в другом месте тоже у нижней базы преимущество. Удивительно. Получается, верхняя база в двух местах хуже. Причем это ключевые места, ключевые направления. Поэтому карта по балансу полное ничтожество. И мы в это ничтожество играем много лет. И только сейчас мы видим какие-то изменения аж на супертесте. Когда это дойдет до обычного теста или еще куда-нибудь, неизвестно, а до релиза тем более. Есть такие замечательные карты, как фьорды, их тоже на супертесте меняли несколько лет назад. Так мы и видим, что на основных серверах никаких изменений мы не увидели. Это хорошо, что на супертесте что-то там делают, но было бы еще лучше, чтобы карты на основных серверах становились лучше, а не по несколько лет катать настолько по геймплею несправедливые карты, это полная чепуха. Проблему карт могут понять только люди, которые более-менее разбираются в игре. А обычные игроки, которые для удовольствия играют и задумываются только о том, сколько они успеют за бой пивка бахнуть, таким игрокам все равно, как там карты выглядят. Но тот, кто разбирается, я думаю, он не рад таким картам, которые сейчас в игре у нас присутствуют. Визуально и по оптимизации карты, конечно, прикольные. Карты красивые, но вот по геймплейной составляющей там еще работать и работать. Теперь переходим к новости, что еще добавляют на общий тест патча 1.21. Это стальной охотник с возрождением и два новых режима аркады. Получается, у нас в следующем патче 1.21
стальному охотнику еще добавляется линия фронта с новой картой и обновленная статистика. Точнее, рейтинг в ней и обновленное оформление личной статистики. Итак, что же у нас нового будет в стальном охотнике? Механика возрождения. После того, как вы слились, можно будет вернуться в бой. Зачем? Чтоб слиться еще раз. Логично, правильно, великолепно. Переработанный балансировщик. Теперь он подбирает оппонентов с похожими результатами. Теперь вы сможете встретить в бою игрока под таким же градусом, как и вы. Интересно, хоть кому-то эти шутки смешные или только мне заняться нечем? Ребаланс техники. Теперь у вас больше шансов на победу при встрече с противником более высокого уровня. Внимание, вопросы. А какие тогда преимущества, что ты там вкачал танк высокоуровневый? Самое главное, это быстрая раскачка в этом режиме. И теперь снижает этот бонус, чтобы что. Получается, теперь выгоднее крысить? Но еще смотря на сколько там эту разницу уменьшили. Мне это изменение не нравится. Поскольку я любил играть на ЛТ и быстро раскачиваться. Желание играть в стального охотника повышено. Наслаждаемся. Но, возможно, для тяжелых танков, которые медленно где-то ползают, это наоборот лучше. Но я люблю играть на ЛТ в стального охотника, поэтому да. Круговая система обзора вместо конусной, как в случайных боях. Это изменение снова мне не особо нравится. Да, наверное, для большинства игроков это понятнее. Некоторые игроки и в обычном обзоре разобраться толком не могут в этих 3,5 кружочках. А у них тут еще и конус какой-то на всю голову. Возможно, это просто поблажки для целевой аудитории, но мне нравились те различия, которые есть в этом режиме по сравнению с обычными боями. Я поэтому туда и прихожу поиграть, чтобы поиграть во что-то другое. Может быть, это, конечно, неплохое изменение, но мне нравились отличия. Я не любитель играть в одно и то же. Поэтому сыграл в танке 90 тысяч боев. Ну и последнее. И даже мародеры, противники под управлением ИИ. Я не люблю искусственный интеллект, который есть в танках. И вот это ИИ я бы расшифровал как искусственные имбецилы. Потому что вот это как они просто участвуют в бою, мне не нравится. Они тупые, как не знаю что. Да, их можно настроить, чтобы они жестко стреляли, но ездят они как придурашки. Мне против ИИ не особо интересно. Да, может быть, их со временем будут делать сложнее и так далее, но это лишняя нагрузка на сервера, наверное. Ну, в общем, посмотрим. Может быть, не все так плохо, но я не люблю искусственный интеллект. Мне больше нравится угорать с подпивковичей, чем с искусственных имбецилов. Ну и также нас еще ждет аркада, 3 запуска. Первый называется «Осторожно, хрупкая», второй «Редшерский дрифт», ну и третий — это оба режима на выбор. Что-то на третье фантазии уже особо, походу, не хватило. «Особо хрупкая» — это бои на технике с уменьшенным показателем прочности и увеличенными скоростями. Урон также значительно уменьшен, однако машины стали более чувствительны к осколкам фугасных снарядов. Маразм, я вижу, крепчает. Редшерский дрифт. Для любителей острых ощущений увеличенная скорость плюс скольжение сделают эффективным даже самый неудачный бой. Закладывая виражи в дрифте, не забывайте поражать противника своей меткостью. Благо, передовая японская электроника позволила серьезно увеличить точность. Поначалу я думал, что вот эти вот аркады запускаются для того, чтобы что-то там потестировать, что-то попробовать, возможно, разработчики хотят узнать, в какую сторону двигать игру больше. Но со временем я все больше и больше убеждаюсь, что это просто какая-то хрень. Меня лично вот эти вот аркадки не веселят вообще. Чего только стоили эти аркады там, где ты хрустел как дед с этими снежками. Это такое что-то неведомое, я вообще не знаю. Это прям чересчур дичь. Да, возможно, оно такое и должно быть, чтобы что-то там посмотреть. Но мне лично оно вообще не нравится. Даже лень заходить в эту фигню. В принципе, это все новости, которые я хотел вам рассказать. Видим, что на общий тест не сразу все добавляют, а как-то постепенно. Хотелось бы сразу большой какой-то видос выпускать, чтобы рассказывать, что нас ждет в следующем патче, но я не могу это сделать, поскольку разработчики как-то частями все добавляют. Поэтому будем делать по несколько видео про один патч. Получается так. По-другому вообще никак. Не забывайте писать комментарии со своими никнеймами, чтобы участвовать в розыгрыше золота. Пишите, как вам изменения на карте, изменения в стальном охотнике, ну и режим аркада. Вы в него играете вообще, нет? Когда его запускают. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, пока.